В Астане сегодня обсуждают поимку предполагаемого педофила. В социальных сетях и мессенджерах сейчас распространяется видео спасения 6-летней девочки. На этих любительских кадрах, по всей видимости, запечатлен финальный этап, так сказать, операции. Группа мужчин окружила подозреваемого. Раздетому по пояс и лежащему на земле человеку периодически наносятся удары. Как выяснилось позже, задержанный 48-летний мужчина ранее судимый. Он отбыл наказание за кражу. Судя по комментариям авторов ролика, подозреваемый обманом увел 6-летнюю девочку из дома в микрорайоне Промышленный и направлялся в сторону безлюдного пустыря. Предполагаемому педофилу помешали строители, отдыхавшие неподалеку. Они-то и передали задержанного полицейского. По факту попытки совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в данное время начато досудебное расследование по статье 121 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены необходимые экспертизы, установлена личность подозреваемого, 48-летний, ранее судимый, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Установлено, что он обманом увел из дома потерпевшую и впоследствии был замечен рабочими, которые работали недалеко от места происшествия, и ими же задержан. ДВД объявили, что сейчас проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям в Астане. Скорее всего, мужчине придется пройти психиатрическую экспертизу. В ходе следствия будет дана оценка и действиям народных героев, задержавших предполагаемого насильника. 6-летней девочке, между тем, потребовалась психологическая помощь.